Ребята, всем привет! Простите, что я так долго не появлялась в лайке. Я обещаю справиться. Честно-честно. Вот давайте, напишите мне в комментарии, какие видео вы хотите, что вы вообще смотрите здесь, что вы ждете. Я вас люблю и не брошу больше. Оставаться будет немножко больно. Да не немножко, а скорее ужас как. Но это проходит. Артур, жениться или послать? Жениться. Ну, нормально. Ну, Танька подвинется. Или послать? Послать. Ну, знаешь, не просто так. Жениться или послать? Жениться и послать. Оль, жениться или послать? Послать, еще леща такого дать. Ой, простите. Киборг-убийца. You don't want nobody else to end it like that. Before I die, I'm trying to fuck you, baby. Hopefully we don't have no babies. I don't even wanna go back home. Hopefully you don't leave. Мы видели море, видели горы, видели белые ночи. Шептали линолеум в санатории в дорогом городе Сочи. И так устали загорать, что решили впредь наши поездки за город сократить на треть. Boy or girl? Boy. No. Boy or girl? Boy. Yeah. Yo. Boy or girl? Girl. Almost. Boy or girl? Boy. Блин. Boy or girl? Boy. Yes. Boy or girl? Boy. Yes. Вчера мы всем Dream Team ездили в магазин. Сейчас будет обзор покупочек. Лиана. На попе след от петухов и огород. Зато на ногах кроссовки за долларов. Даня купил себе разноцветные футболки. Вот с котиками розовая, потом бело-розовая, потом бело-розовая и розовая. Может, у парня проблемы, он кроме розового не знает цветов? Вообще, у Дани такой гардероб, что если его сдать, то на эти деньги можно будет квартиру в Москве купить. Я тоже не дурак, взял себе вещи. Где вещи? Это что за хрень? Я кофту брал. А, точно, я же повесил их на вешалку, потому что люблю. Футболка Бершка одна штука. Шорты черные для ребенка одна штука. А вот Маха купила себе сумку в форме сыра. Я скажу вам так, за эти деньги можно было купить столько настоящего сыра, что на всю жизнь хватило бы. Она даже на вкус не как сыр. Факт, тут след от зубов остался. Кстати, Лиане с кроссовками подарили средства для ухода за обувью. Тут столько всего, но есть один минус. Нельзя, чтобы человек ухаживал за обувью, но про себя забывал.